известна чистота карарского мрамора, блеск и глубина петеликонского, свежесть поросского. Но есть мрамор не менее прекрасный, и добывают его у подножья Саянских гор на месторождении Кибик-Кордон. Красота мрамора капризна. Достаточно одного неверного движения, и камень безвозвратно испорчен. Прикоснуться к прекрасной фактуре доверено алмазному инструменту. Мраморные плиты шлифуются и полируются так, что в них, как в сказочных зеркалах, отражается и холодная прозрачность сибирских рек, и туманные рассветы бескрайних северных лесов. Природная гамма саянского мрамора не нуждается в каких-то добавлениях, она сама рождает бесконечные фантазии. Утверждали древние греки, боги создали мрамор для того, чтобы мастер оставил в нем лишь то, что достойно вечности. Пожалуй, только богомолы умеют так величественно и вдохновенно вздымать свои передние лапки. Из-за того, что они появляются как-то неожиданно, почти уже на пороге лета, многие вообще считают их пришельцами. На самом деле все обстоит проще. Это оотека, яйцевидная кладка, в каждой из которых помещаются от 100 до 300 маленьких, прозрачных и беспомощных богомольчиков. Немногие из них вырастут и превратятся со временем в грозных хищников насекомого мира. Пока не окрепнет хитиновый наряд, не станут послушными многочисленные ноги и руки, богомол очень часто сам становится чьей-то добычей. И вся эта жизнь с борьбой и решениями длится от весны до осени, когда богомолы снова, как и сотни миллионов лет назад, выкладывают свою кладку и умирают, чтобы возродиться в новых поколениях следующей весной. В небольшом городке Гранд-Морано на северо-востоке штата Миннесота есть высшая школа или хай-скул, где ребята учатся 11 лет. Наверное, школы всего мира похожи друг на друга. Где-то получше, где-то похуже. Глобусы, учебные пособия, уроки, перемены. В американской школе много времени уходит на индивидуальные занятия ученика с учителем. И потом, прямо с первых классов, здесь смело начинают в популярной форме знакомиться с палеонтологией, теорией относительности, политологией, биофизикой, словом, со всем тем, о чем у нас начинают узнавать в лучших случаях только в старших классах. И, конечно, компьютеры с первого класса и на всю жизнь. Школьники в этой школе, как и в любой другой, любят игры. Игры самые разные, такие же, что и у нас. Правда, хоккей выглядит у них вот таким образом. Клюшки упругие, мягкие и легкие, играть ими одно наслаждение. В этой школе разрешают рисовать везде. На стенах, дверях, потолках.
так как в американской школе преподают и начало религии, то многое из того, что рисуют ребята, связано с Библией. Кому-то из книгоиздателей попались на глаза эти рисунки, и вскоре в Америке увидела свет Библия, проиллюстрированная школьниками из Гранд-Морано. Так и живет обычная школа в маленьком городке на северо-востоке штата Миннесота. Ребята учатся, шалят, издают книги и играют в симфоническом оркестре. Касается рука талантливого человека, начинает светиться, обретая вдруг новый, неизвестный доселе смысл и красоту. Но что, казалось бы, можно придумать для бросовых, никому не нужных лоскутков? А оказывается, из них можно сложить своеобразную и сказочную картину российской жизни. Купчихи, самовары, тройки, кренделя, ярмарки, сватьи, циркачи, царевичи. Автор удивительных лоскутных полотен – художница Галина Левицкая. Секрет этого мира прост. Обычные лоскуты, обычные ткани. Только как их расположить на холсте? Вот это и есть секрет, известный только автору. Загадок и открытий, и возбуждает интерес сплошная цепь событий. Друзья, вы все хотите знать, и я скажу вам, братцы, всего на свете не узнать, всего на свете не узнать, но можно постараться.